Сегодня у нас очередной представитель австралийской диаспоры. Снова настоящий, хотя пробиться в Голливуде ему помогали в том числе и поддельные жители материка. Австралия – суровое место, где все вокруг хочет тебя убить. Так что сосредоточение всех австралийцев вокруг друг друга, даже на разных континентах, вполне понятно. Карьера Хита неровная. Он то был никому не нужен, то становился кому-то нужным. Когда это происходило, он немедленно снимался в каком-нибудь интересном фильме и снова летел вниз. Потом находил еще более интересный фильм и летел вверх. В общем, Хит Леджер любил качели. Сейчас уже сложно сказать, что могло бы быть. Но в 2008 году Леджер мог стать звездой первой величины. Из-за любви к качелям позднее он снова мог бы улететь куда-то не туда. Но за этим последить уже не получится. Все знают, что случилось с актером в 2008. И сегодня хотелось бы вспомнить о взлетах и падениях Хита Леджера, который очень ярко вспыхнул на голливудском небосводе нулевых. Стать актером Леджер решил в 15 лет, когда в школе его назначили самым главным в кружке театралов. Другие направления деятельности, вроде хоккея и танцев, быстро ушли на второй план. Хоккеистом Хит собирался стать травяным. В Австралии с ледовыми аренами все не очень здорово. Первую заметную роль Хит получил в начале 90-х. Это была роль светлого, как японское небо в ясный день, велосипедиста. Тогда никто не был против того, чтобы столь светлого персонажа играл кто попало. Нужен был смазливый паренек, и Леджер был именно таким. За свою роль он получил похлопывание по плечу. Так что пару лет после этой роли он ходил по кастингам и пытался выглядеть талантливо. Получилось только в 97 году. Актер понравился авторам сериала «Орел». Им тоже был необходим смазливый паренек, который может выглядеть немного опасно. «Рев» — это очередная история про кельтов, которые дали отпор римлянам. Леджер как раз играл важного кельта, который объединял британские племена. Кроме Леджера, в сериале можно заметить и тогда еще никому не нужную Веру Фармигу. Плюс этого сериала в том, что хотя снимали его в Австралии, заказчиком выступало телевизионное подразделение студии Universal. То есть Хит Леджер попал и на американское телевидение. Показывали «Рев» в не самое лучшее время, тогда, когда его никто не видел. Но все-таки его показывали. Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал. Но вы обо мне слышали. «Рев» должен был получить второй сезон, но из-за низких рейтингов просмотров был закрыт. Хотя зрительские оценки у него и вполне хорошие. Связано это с тем самым не лучшим временем. Он был конкурентом «Баффи», которая выходила на другом канале в то же самое время. И первый сезон «Баффи» разорвал все рейтинги, и на Хита никто не хотел смотреть. Все хотели смотреть на Сару Мишель Геллар. Тогда еще никто не знал, что на съемках этого сериала до всех домогались и унижали. А потому он был очень популярен. Хит был быстро смят и отправился покорять небольшие австралийские фильмы и сериалы, которые уже совсем никто не смотрел. Но все-таки «Рев» ему помог. Создатели фильма «Пальцы веером» уверяют, что обратили внимание на Хита именно из-за этого сериала. И этот фильм выстрелил. При бюджете в 3 миллиона он только в австралийском прокате собрал 4,5. На австралийском «Оскаре» ленту завалили номинациями. Выиграл он в 5. Леджеру, правда, ничего не досталось, но все отмечали его талант. Просто считалось, что 19-летний актер может еще подождать. А пока приз можно выдать кому-нибудь еще. Например, Брайану Брауну, который тоже бегал в фильме. Благодаря этой ленте у Леджера появился постоянный американский агент, который заставил сходить его на пробы в фильм «10 причин моей ненависти». Кастинг на этот фильм уже стартовал, и почти все актеры были набраны, когда на прослушивание явился Хит. Роль, которую выбрал Хит, примерял на себя Джош Хартнетт. Позднее Джош говорил, что не очень хотел сниматься в этом фильме, так как роль сильно походила на ту, которую он сыграл в факультете, всего за год до 10 причин, из-за чего он на пробах лениво почесывался и просил много денег. Хит Леджер много денег не просил, так как стоил в то время пачку сухариков. И на прослушиваниях немедленно всех покорил. Была единственная проблема, из-за которой авторы мгновенно не выкинули на мороз того же Хартнетта. И заодно поглядывали на Эштона Кутчера, который считался запасным вариантом. У Хита был довольно сильный австралийский акцент. Но экономия денег и продемонстрированный уровень таланта все-таки перевесили.
Тем более Хит Леджер уверял, что способен избавиться от этого акцента. По словам режиссера фильма Джилла Джангера, он очень боялся, что австралийский акцент Хита может испортить некоторые сцены. Но в итоге режиссер наоборот остался доволен, ибо с таким акцентом Леджер выглядел более опасно. Избавиться от акцента совсем Хит не смог, а 10 причин моей ненависти стали первым американским фильмом Хита Леджера. Этот фильм уникален. Обычно у подобных фильмов большая часть съемок проходит в студийных павильонах. Там снимаются спортивные залы, классы и коридоры. Но 10 причин моей ненависти полностью был снят на натуре. Правда, из-за этого он и обошелся дороже, чем мог бы. Возможно, Леджеру немного повезло. Первоначальный сценарий фильма был гораздо мрачнее. Исправили его перед самыми съемками. В нем практически не было юмора. И все подростки из-за чего-нибудь страдали. Кто-то постоянно выходил в окно, целясь в тротуар, из-за того, что жизнь несправедлива. Все это пугало студию, так что по ходу препродакшена этого становилось все меньше и меньше, пока фильм не превратился в ромком без выходящих в окна подростков. В прокат фильм попал весной 99-го, и при солидном для подобного фильма бюджете в 30 миллионов собрал в прокате лишь 53 миллиона. Но с этим фильмом произошла та самая ситуация, которая запускает на видео парад сиквелов. Добравшись до носителей, 10 причин моей ненависти стал огромным хитом и заодно культовым фильмом в Штатах. К примеру, вышедших рядом жестоких игр, которые отлично выступили в прокате и являются вполне известным фильмом, всего 200 тысяч оценок на крупнейшем международном киноресурсе, а у 10 причин почти 400 тысяч. Фильм постоянно всплывает в разных списках лучших романтических комедий. Уже несколько лет идут разговоры о ремейке со свежим взглядом. Наверняка получится отличное кино. Свежий взгляд почти всегда это гарантирует. Но весь этот успех пришел к фильму немного позднее. В те годы выход на носителях можно было ждать год или даже полтора. Так что Хита никто не видел, но разговоры о том, что объявился некий австралийский паренек, на которого с уважением смотрят девочки, по Голливуду уже поползли. Хит рассказывал, что фильм еще не вышел, а его уже заваливали предложениями молодежных комедий и мелодрам. Каждый день он получал какой-нибудь сценарий. Открывал его и видел предложения вроде «молодой симпатичный парень сделал это» или «молодой симпатичный парень сделал то». Так что сценарий он быстро закрывал и звонил своему агенту с просьбой достать какой-нибудь сценарий, где нет молодого симпатичного парня, делающего то или это. Иногда сценарии без молодого симпатичного парня находились, но там не находилось места самому Леджеру. Он пытался попасть в фильм «Троя Даффи. Святые из Бундока». Основная версия проезда мимо этого фильма связана с проблемой похожего актера. Гордон Левитт был слишком мал, а кого-то еще похожего авторы найти не могли, так что Леджеру пришлось уйти. Пытался он попасть и в сиквел «Интервью с вампиром. Королеву проклятых». Об этом говорил сам актер, но его нашли слишком симпатичным молодым парнем. Нужен был кто-то более мрачный. Есть и известная байка, связанная с отказом Хита Леджера в то время. Байка именно в плане отказа. Леджер интересовался фильмом «Конец света», а точнее ролью, которая позднее отошла Гэбриэлу Бирну. А вот то, что он именно отказался от роли, уже официально никем не подтверждалось. Если бы такое произошло, то Сатана в фильме был бы совершенно другим. По словам актера, устав отбиваться от комедии и мелодрам, он уже был готов уехать в Австралию, пасти кенгуру или разводить пауков, но решил попробовать сходить еще на одно прослушивание. Этот фильм мог бы не быть австралийским. Первым, кому предложили главную роль, был Харрисон Форд. Форд, прочитав сценарий, отказался. Он говорит, что ему сообщили, что это кино про войну за независимость, и он согласился почитать сценарий. Но в сценарии была сопливая мелодрама, на фоне которой шла война за что-то там. Леджер воротить нос от сценария, где пусть и была мелодрама, но все-таки еще и шла война где-то там, не стал. Так что на прослушивание он явился. Противостояли ему целых три актера. На этот раз Джейк Джилленхол, Райан Филипп и Пол Уокер. Джилленхол хотел попасть в это кино не меньше Леджера. Он приходил на пробы несколько раз, пытаясь доказать режиссеру, что подходит. Но в итоге ему все-таки отказали, посчитав, что он выглядит слишком молодо.
но режиссер Роланд Эммерих Джилленхола запомнил и в следующем своем фильме «Послезавтра» отдал ему одну из главных ролей. Почему отфутболили Уокера, неизвестно. Но если бы этого не произошло, то односемейная франшиза могла стать немного другой. А вот Райана хит обошел из-за большей суровости. Райан тоже понравился Эммериху, но он решил, что Леджер выглядит как подросток, имеющий более дикий нрав, а потому Филиппу отказали. По слухам, естественно, сработало австралийское лобби. Позднее над фильмом часто потешались критики. Хит Леджер и Мел Гибсон, сыгравшие главные роли в фильме о войне за американскую независимость, выросли в Австралии. Фильму еще и немного повезло. Студия всеми силами пыталась убедить Эммериха делать кино в подростковом рейтинге. Для этого было необходимо убрать из фильма попадание пушечных ядер в строй солдат и сократить первое нападение на солдат героя Мела Гибсона. Когда Мелу Гибсону сказали, что ему не дадут снова резать британцев, он тоже стал возмущаться. После этого студия уступила. Хотя «Патриота» не назвать успешным фильмом, при бюджете в 100 миллионов он собрал лишь 215. Зритель встретил кино хорошо, и самого Леджера всегда хвалили. Но главное, еще до попадания «Патриота» в прокат у Леджера уже был контракт на новый фильм. Этим фильмом стала «История рыцаря». На момент съемок Хит Леджер еще был мало кому известным актером. В кинотеатре только-только успел попасть фильм «10 причин моей ненависти». Режиссер «Истории рыцаря» Брайан Хелгеленд его не видел и познакомился с Хитом на съемочной площадке фильма «Патриот». Посмотрев за игрой актера, он был впечатлен и предложил ему поработать в своем новом фильме. И Хит согласился. Понимая, что за спиной у него уже кое-что есть, согласился за 3 миллиона долларов. Возможно, Хелгеленд позднее пожалел и о 3 миллионах, и о своем выборе. Хит Леджер на тренировке случайно попал локтем постановщику по лицу, выбив передние зубы. Режиссер во время съемки драки очень хотел пролезть поближе и посмотреть, как оно там вблизи. Хелгеленд утверждает, что говорить нормально он смог только через несколько месяцев. После этого эпизода постановщик перестал лезть в гущу событий и был очень доволен тем фактом, что ему больше никто не бил по лицу на протяжении всех съемок. Никаких особых проблем на съемках не было. Объявились они позднее на тестовых показах. Историю рыцаря стали резать. Например, у героя Пола Беттани была жена, и в фильме ее сыграла Оливия Уильямс. Но на постпродакшене все ее сцены были вырезаны из фильма. Зрители жаловались, что кино провисает и становится скучно. Это был весьма дорогой фильм для тех лет. Обошелся он в 65 миллионов долларов. И в кинотеатры попал в мае 2001-го. Хотя зрители встретили кино и очень хорошо, в прокате «История рыцаря» провалилась, собрав всего 117 миллионов долларов. Считается, что всему виной один из главных хитов 2001-го – «Шрек». Вышел он сразу же после «Истории рыцаря». Там тоже присутствовали рыцари, их даже можно было бить. Была и комедия с романтической составляющей. Сейчас можно сказать, что выпускать «Историю рыцаря» рядом со «Шреком» было не лучшей идеей. Но «Шрек» был темной лошадкой, и подобного успеха от него никто не ждал. А бюджет «История рыцаря» был больше, чем у «Шрека», так что он виделся гораздо более солидным проектом. Но как и в случае с первыми фильмами Хита, провал по нему не бил. Зрители были в восторге. На MTV Movie Awards лента получила сразу несколько номинаций. За лучший поцелуй, лучшую музыкальную сцену и Шанин Сосамон, которая была прорывом года. Интересно, помнит ли ее кто-нибудь сейчас? Хотя в то время вышло сразу два фильма с ней в одной из главных ролей. «История рыцаря» и «40 дней, 40 ночей». Везде ее отмечали и видели невероятное будущее, в котором она суперзвезда. После истории Хит подписался на небольшую роль в фильме «Бал монстров». Это было кино, рассчитанное на награды. И появиться даже в небольшой роли в нем было полезно. Что Хит, в общем-то, и сделал. Хиту никаких наград не предложили. Все они ушли Холли Берри. Но ловкое обращение с оружием у Хита многие отмечали. Здесь Хит Леджер хотел попасть в еще один австралийский фильм «Хозяин морей». Он мог сыграть роль позже доставшуюся Полу Беттани. Хит всем нравился, но предпочтение отдали Полу.
Выбрали его из-за того, что в фильме «Игры разума» у них с Расселом Кроу была отличная химия в кадре. Авторы решили, что здесь будет то же самое. Был еще один фильм, в котором Хит мог засветиться. Режиссеру Гору Вербински на роль Уилла Тернера студия предложила Орландо Блума и Хита Леджера. Вербински выбрал Блума. Режиссер говорит, что сделал это из-за «Властелина колец». Фильмы Питера Джексона выходили вокруг «Пиратов Карибского моря», и постановщик решил, что играющий там Блум будет более выгодным приобретением. Глядя на дальнейшую карьеру Блума, «Пираты» могли быть не лучшим выбором для Леджера. Но как они отразились бы на его карьере, мы не узнаем. Вместо этих фильмов Хит заскочил снова в исторические «Четыре пера» Шекхара Капура. Капур только что выдал успешную Елизавету с Кейт Бланшетт, которую завалили номинациями на Оскар. Так что «Четыре пера» считались солидным проектом с хорошими перспективами на разные премии. Видимо, из-за этого Леджер и подписался, отказавшись от Человека-паука. То, что Хит Леджер рассматривался на роль Питера Паркера, подтверждал и Сэм Рэйми. А продюсер Эми Паскаль, которая в те годы была председателем на студии Columbia, уверяет, что она несколько месяцев бегала вокруг Леджера с предложением и все время получала отказ. По ее словам, актер, отказываясь, говорил, что не хочет себя привязывать к какому-нибудь комиксу. То, что кино было перспективным, можно заметить и по Кейт Хадсон. Она ради роли в этом фильме тоже отказалась от Человека-паука Сэма Рэйми. Кирстен Данст взяли ей на замену. В прокате фильм ожидала небольшая катастрофа. Стартовал он только с пятого места, уступив даже одному из главных провалов 2002-го – фильму «Экс против Сивер», у которого зрительские оценки в целых 3 балла из 10. Очевидно, заинтересовать зрителя «Четырьмя перьями» не смогли. И сейчас это более известное кино у нас, чем на Западе. Зрительских оценок на Кинопоиске больше, чем на IMDb, и относятся к фильму у нас гораздо лучше. В прокате он собрал 29 миллионов при бюджете в 35. Это был первый провал актера, который разнесли критики, и он получил посредственные оценки от западного зрителя. Такой провал уже был очень опасен. У актера был еще один контракт на фильм «Пожиратель грехов», который ставил уже знакомый ему Брайан Хелгеланд. И он откликнулся на предложение сняться в главной роли в фильме «Банда Келли». Это история легендарной австралийской банды, которую СМИ позднее Робин Гудили. По известному слуху, роль в этом фильме Леджеру выдали сразу же после того, как он нацепил на себя сохранившуюся одежду Неда Келли. Села она так идеально, что всех остальных кандидатов немедленно разогнали. Оставили только Орландо Блума. Вместе они и провалились. «Банда Келли» взяла в прокате всего 7 миллионов при бюджете в 30. Ее опять разнесли критики и посредственными оценками завалили зрители. Керосина в огонь Хит добавил из фильма «Пожиратель грехов». Сюда переехал почти весь основной актерский состав истории рыцаря. Предполагалось, что это будет весело и всех потом похвалят. Но вышло иначе. Кино больше года пролежало на полке из-за ужасных тестовых показов. Потом ему стали еще и переделывать визуальную составляющую, так как первый вариант вызывал в зале недобрый смех. В прокате кино насобирало всего 11 миллионов при бюджете в 38. Критики фильм стерли в порошок. У него всего 11% положительных рецензий. Запах конца карьеры уже был не просто где-то в воздухе. Он сопровождался воем сирен. Следом у Хита провалились и «Короли Догтауна». У него, правда, все было получше с оценками как от зрителей, так и от критиков. За ними утонули и дорогостоящие «Братья Гримм». У этого фильма тоже были огромные проблемы при производстве, которые решал многим известный продюсер. Дорешался он до 105 миллионов кассы при бюджете в 90. Спасением для Леджера стал фильм про одну гору, где видные американские ковбои трогали друг друга в разных местах под разную романтическую музыку. Никаким гарантированным хитом фильм не являлся. Это был рискованный и опасный проект. Но как можно заметить по карьере Хита, ему необходимо было рисковать. Уже забегая в будущее, можно увидеть, как полностью провалится и его «Казанова», вышедший рядом с «Горбатой горой».
Если бы его провал не перекрыл шум и кассовый успех фильма про настоящих ковбоев, у Хита получился бы слишком внушительный парад провалов. И если бы он остался после него актером, многие бы, наверное, удивились. Тогда еще нельзя было уйти на стриминг, где сплошные успехи. Можно было уйти в Австралию, чем, возможно, актер и занялся бы. Гора очень долго подбиралась к большим экранам, и через нее прошло множество режиссеров. Когда постановкой фильма интересовался Гас Ван Сент, с которым Мэтт Дэймон работал над фильмом «Умница Уилл Хантинг», именно Мэтт мог сыграть роль, которая позже отошла Хиту Леджеру. Дэймон какое-то время общался с режиссером по поводу роли, но в итоге решил отказаться от подобного предложения. Актер утверждал, что не видел в фильме ничего плохого, но боялся, что подобная роль может разрушить его карьеру. У Хита же карьера была и так почти разрушена, так что он согласился. Говорят, что пригласили Хита из-за его небольшой роли в «Бале монстров». Фильм получил 3 премии «Оскар», а Леджер заработал номинацию за лучшую мужскую роль. Еще одну он получил на премии «Золотой глобус». В прокате 14-миллионный проект собрал 178 миллионов долларов. Вместе с шумом вокруг фильма успех был просто оглушительным. Непонятно, как фильм выступил на носителях. Старт у него был отличный. Он в первую неделю разошелся тиражом в 1 миллион дисков, уступив только «Хроникам Нарнии», которые тоже вышли на DVD в тот же день. Но если через месяц «Хроники Нарнии» все еще были на 4-м месте по продажам, то «Горбатой горы» уже не было в первой двадцатке. Получив такой успех, Хит стал гораздо более осторожен в подборе ролей. Бюджет его следующего фильма «Кэнди» составил корзинку бобов. В широкий прокат фильм даже не выпустили, но он получил номинацию в Берлинале, и зритель наконец-то снова стал выдавать фильмам Леджера хорошие оценки. Расхвалили его следующий фильм «Меня там нет». Это специфическое биографическое кино о Бобби Дилане. Здесь актер заменил Колина Фаррелла. Колин был подписан на фильм, но у него неожиданно возникли проблемы с огненной водой и разными пилюльками, которые он в себя заталкивал. Так что Колин решил наконец-то полечиться. И роль подобрал Хит, который к тому времени тоже основательно сидел на разных пилюльках. В 2007 году Хит Леджер заменил в фильме «Австралия» убежавшего Рассела Кроу. Кроу не хотел сниматься за жалкие 10 миллионов. Леджер соглашался побегать в кадре за в 5 раз меньшую сумму. Но в последний момент он все-таки передумал и тоже ушел из фильма. Его уже заменил Хью Джекман. Мог Хит сыграть и в фильме «Старикам тут не место». Ему предлагали роль, которая позднее отошла Джошу Бролину. Его уговаривали сняться в картине лично братья Коэн. Но Леджер им отказал, сославшись на усталость и желание отдохнуть. Через пару месяцев после старта съемок «Старикам тут не место» Леджер подписался на роль Джокера в фильме «Темный рыцарь». В 2005-м режиссер Кристофер Нолан перезапустил «Бэтмена». Тогда это не было какое-то ожидаемое супергеройское кино. Потому фильм в прокате выступил скромно. При бюджете в 150 миллионов он собрал лишь 371. С учетом рекламных затрат студия, скорее всего, не заработала на прокате даже на сникерсы. Списывают подобный результат на «Бэтмена» и «Робина», который так перепугал народ, что в кинотеатр он идти побоялся. Но когда фильм добрался до носителей, только в США он принес студии еще 167 миллионов долларов. Плюс «Бэтмен» возглавлял топ аренды DVD в течение нескольких недель. Здесь цифры неизвестны, но можно предположить, что это не один десяток миллионов, которые студия заработала. Так что продолжение быстро заказали, бросив Нолана больше денег. И этому продолжению был необходим Джокер. Официально считается, что Леджер был первым выбором на роль Джокера. Авторы хотели взять максимально непохожего актера на Джека Николсона, что внешне, что по возрасту. Все считали, что так будет меньше сравнений. Леджер говорил, что согласился не сразу, так как тоже боялся сравнений с Джеком Николсоном. Но во многом из-за этого сравнения по итогу все-таки согласился, так как это было интересно и опасно одновременно. Готовясь к роли, Хит Леджер больше месяца жил в полном одиночестве. Он считал, что это поможет ему лучше понять персонажа. О способностях Леджера часто шутил Кристиан Бейл,
Он известен критическим отношением к себе. Этого же он всегда требует от окружающих. Так что его часто называют нехорошим человеком, так как он любит на всех орать. Актер много раз говорил, что недоволен тем, как сыграл Брюса Уэйна в трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Но оправдание актер себе нашел, сообщив, что решил не сильно расстраиваться по этому поводу. Ибо на фоне таких простеньких актеров, как он, Хит Леджер смог развернуться во всю ширину своих плеч. Основные съемки «Темного рыцаря» завершились в ноябре 2007-го, и Хит отправился сниматься в воображариум доктора Парнаса Терри Гиллиама. Это было небольшое кино, которое спонсировали разные независимые инвесторы. 22 января 2008 года Хита Леджера нашли мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Позднее было установлено, что он умер от передозировки, но не чем-то запрещенным. Все, что он принял, было разрешенным, и у него даже имелись рецепты. Это были препараты от бессонницы, депрессии, беспокойства и разных болей. Многие ставили под сомнение то, что какие-то врачи способны выписать столько разных препаратов одному пациенту. Но здесь мы имеем известного актера, который при желании мог достать себе все, что угодно. Чем Леджер, вероятно, и занимался. Первоначально смерть Леджера приписали «Темному рыцарю». Вроде того, что играть такого персонажа непросто и даже немного опасно. Актер через все это прошел и сломался. Но все эти слухи опровергли. От бессонницы Леджер страдал всю свою жизнь. Так что снотворное было его постоянным спутником. Как и часть лекарств, связанных с повышенной тревожностью и беспокойством. Было много споров о том, какую часть кассы получил «Темный рыцарь» из-за смерти актера. В то время смерть Леджера была на первых полосах всех газет. В прокате «Темный рыцарь» собрал 1 миллиард при бюджете в 180 миллионов долларов. Взлет размера кассы с «Бэтмена Начало» был нереальный. Нечто подобное позднее произошло с «Седьмым форсажем». За эту роль Хит получит посмертные премии «Оскар» и «Золотой глобус», как лучший актер второго плана. Предполагалось, что Хит Леджер вернется в третьем фильме. Это лишило бы третий фильм великолепной сцены смерти Марион Котийяр и прочих мощных эпизодов. Правда, с самыми лучшими моментами фильма вроде бы ничего случиться не могло. Последним фильмом актера стал «Воображариум доктора Парнаса». Так как Хит не успел отснять все свои сцены для фильма, кино чуть не отменили. У авторов не было денег все переснимать. Но на фоне всей шумихи фильму не только нашли дополнительное финансирование, но и подменить Хита согласилось несколько известных голливудских актеров. Сюжет ленты немного подправили, и у главного героя появилась возможность менять внешность. Свои гонорары за этот фильм актеры позднее перевели дочери Леджера, которая родилась в 2005-м. Из-за всех задержек и потребовавшегося финансирования, «Воображариум» немного раздул свой бюджет с 20 миллионов до 30 и в прокате собрал 62 миллиона. Гадать о том, что могло бы случиться с карьерой Хита после успеха «Темного рыцаря», я не буду. Очевидно, даже при более скромных сборах и отсутствии «Оскара» толчок для карьеры «Темный рыцарь» дал бы отличный. Но с умением Хита выбирать роли дальше могло произойти все, что угодно. Я часто предлагаю не есть ничего запрещенного. Здесь придется посоветовать быть осторожнее с большим количеством разрешенного. И цените семью, если она у вас есть. Иногда один известный семейный психолог бывает прав. Жить одному весело, но у семьи есть некоторые бонусы. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи.